Дупляк атлас – жук из подсемейства носороги. Семейство – пластинчатоусые. Это один из крупнейших жуков на Земле. Обитает гигант в Юго-Восточной Азии. И назван он в честь Атласа, могучего титана из древнегреческих мифов. Длина тела у самцов 60-120 мм, у самок 25-60 мм. Окраска тела черная, с металлическим блеском. Голова, передняя спинка и надкрылья самца гладкие. Самец с длинным рогом на голове и двумя длинными, слегка изогнутыми выростами на передней спинке, направленными вперед или вперед и частично вниз. Самка гораздо меньшего размера по сравнению с самцом, без рогов, матовая, черного цвета. Надкрылья бугорчатые, покрыто бурыми волосками. Несмотря на мирную диету из компоста, личинки жуков известны своим свирепым поведением. Они больно кусают любого, кто посмеет потревожить их. Поговаривают даже, что в условиях недостатка места или пищи они могут запросто загрызть друг друга. Свое латинское название «Халкосома атлас» получил благодаря своим впечатляющим размерам. А вот русское название «дупляк» насекомое приобрело благодаря стремлению жить в дуплах и других дефектах деревьев.